заповедника, который находится на его территории. Стоит отметить, что 400 лет в событиях исторического смутного времени в России в 1612 году именно в его стенах 4 месяца пребывало народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, пришедших из Нижнего Новгорода. Американцы не так часто приезжают. Обычно нам приезжают престарелые немцы. Воинская сила для освобождения столицы России.